Ярик, как вам такие глазки? На, там, блин, любая. Ресницы большие. Да, ну не трогай, не трогай, это тетя. Ребята, это просто капец. Мы думали, что мы попали на деньги, большие. Привет. Деньги, и это все... Я даже не знаю, кто виноват в этой ситуации, понимаешь? В общем, мы выходили на улицу, Юля открыла двери ключом и ключ оставила в замке. А у нас дверная защелка. И у нас два ключа. И я схватил вторые ключи, вышел уже, закрыл двери, захлопнул. Потом давай их закрывать, а ключ не всовывается. И тут я понимаю, что, наверное, там с другой стороны ключ. Я оставила с другой стороны ключ. Я думала, что Сережа его вымет и им закроет дверь. А я взял свои ключи, которыми я постоянно пользуюсь, понимаешь? Если бы ты, ну, нормальными ключами ее открывала, то я бы их искал и нашел бы. А так я взял свои и пошел себе. И, в общем, двери заблокированы. В квартиру попасть невозможно, потому что с другой стороны ключ вставлен. И защелка захлопнулась. Ну и мы знаем по опыту, что-то вызвать этих ремонтников стоит минимум тут в районе 200-300 евро. Которые разберут дверь там или замок, не знаю, что они сделают и откроют. Мы так расстроились, но потом пошли к Бернту. И он нам помог. Он всунул он пластинку своим, с ящичком, инструментами. И сделал чудеса. Ну, 20 минут он, правда, там мучился, потому что там не всовывалась эта пластинка между дверью и коробкой. Но в итоге он всунул, защелка открылась. Так как замок не был закрыт, просто защелка. Вот так. Так что спасибо Бернту. Спасибо. Он нас большое. Я просто, сегодня очень выручил. Я просто думала, что у меня такая паника просто. Я думала, где мы будем ночевать? Пятница, вечер. Мы все вышли. Хорошо, что... Ну, это ужас просто. Нет, но я понимала, что эта ситуация... Не безвыходная. Не безвыходная, но на бабки мы попадаем конкретно. Просто нет, у нас еще, знаете, какой вариант был? Влезть в квартиру через... Окно. Окно. Но чтобы попасть на крышу, надо лестницу такую 10 метров. Иди ее сейчас взять. В общем... У нас окно на проветривание было. Я не знаю, правда, как открывается. Да, там сверху у нас вторая форточка. Я думаю, что через ту дырку от проветривания можно было бы засунуть руку и открыть форточку сверху. А, да-да-да, точно, да-да-да. А потом через форточку сверху запрыгнуть в квартиру, но, правда, это тоже был бы еще тот трюк. Представьте, форточка на высоте где-то 2 метра от пола, и я через нее залажу, и как потом приземляться, конечно, тоже было бы прикольно. Ну, это и хорошо такая дверь, но в данном случае... Да нет, дверь мне не нравится из-за того, что с другой стороны, с улицы нету никакой ручки. Ну, кто-то живет, да? Да, тут живут. Посмотрите, это самый ужасный фасад дома в нашем городе, который мы видели. Так он вообще заброшен. Посмотри, там трава. Ну, и... тут давно не убирают, но мне кажется, кто-то там живет. Все поросшее травой. Написано Герлинде Клаус. Вот так. Ярику сейчас купим мороженое. Шоколад, Ярик, шоколадное мороженое выбрал. Один евро. Покажи. Какое красивое мороженое! Данке. Ребята, у нас уже в магазинах продают все к Хэллоуину и к Новому году, все вместе, представляете? Это какая-то, я помню, когда мы сюда только приехали, это меня ну так удивляло. Я когда захожу в сентябре и вижу новогодние уже Деда Морозы, там все... Реально. Очень рано, да? Очень рано. А еще мы впервые за полтора года тут
первый раз совершили покупку в интернет-магазине. Как-то так получалось, мы их избегали, потому что не знали, чем оплатить. Ну, у меня есть тут из местных карточек только ЭЦ-карта, вот эта жироконта. Ею, я так, насколько знаю, по интернету рассчитываться нельзя. И из-за этого мы ничего не... Ну, не только из-за этого, вообще как-то и необходимости не было. А когда даже была необходимость, мы то так попадалось, что мы в Украину ездили, там покупали. Ну и с чем еще связано? Потому что дома у нас в Украине, когда ты покупаешь что-то, то ты просто делаешь заказ через интернет, тебя привозят домой, и ты на месте уже наличкой рассчитываешься. В основном такая процедура была. Тут же такого нету, только надо рассчитываться, заранее оплачивать. И вот мы захотели купить жесткий диск для хранения наших видео. И купили. Где это мы его купили? А, в Сатурне. В Сатурне, но так как его в наличии в магазине не было, можно было, понятно, пойти в магазин и там купить за наличку. Но его в магазинах нету, его где-то со склада будут доставлять. И я смотрел варианты и нашел там вариант, что можно выписать счет и пойти оплатить в банке, как обычно. И вот я так и сделал. Оплатил в банке, и там через 2-3 дня мне должен прийти жесткий диск. Посмотрим, как это тут происходит. Зайка! Здесь выпивают. Выпивают и едут. И танцуют. У них там всегда такая музыка, что так, как это сказать, хочется им потанцевать. Так. Там такая живенькая всегда, очень активная музыка. Моя девочка, она посмотрит немножко на мир, а потом уснет. Проснулась. Ярик там как бешеный играет. Ой, хороший. Ой, 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 ой. У нас сегодня очень тепло, ребята. У нас сегодня 20 с чем-то 22. Градусов. Я снова тепло оделась, а Сережа... А я знал и вышел в одной футболке. Посмотрел, да, на погоду и одел футболку. А мне ничего не сказал. Может, говорил, но я не услышала. Вот, вот. Так интересно. Все так интересно. Да. Полинка, ты у папы на ручках, да? Девочка моя. А там Ярик бегает. Вы такие черные сейчас, как будто с моря только приехали. Такие черные-черные. Сережа взял круассан. Круассанчики тут такие здоровые. Очень. Вот что значит не иметь в Германии автомобиля. Сейчас такой дождь. Мы спрятались, теперь ждем, пока он закончится. И неизвестно, когда это будет. Потому что дождь до завтрашнего вечера по прогнозу. Будем тут жить. Все, идем. Это мы шутим. Мы сейчас выйдемся до уголка и пойдем. Мы убегаем от дождя. Хотя говорят, что все равно намокнешь, еще больше, если будешь писать. Так а толку идти медленно? Ну да, но неохота медленно идти под этим дождем. Ну что, мы практически сухие добежали до дома. Все, ребята, мы уже пришли, коляску мы всегда оставляем на первом этаже. Ребят, смотрите, как это было. Вот внутри в квартире у нас есть ручка поворотная. Взял, дверь открыл. Снаружи ручки нету. Когда ты выходишь, дверь захлопывается, и ты ее уже снаружи не откроешь. Юля, когда выходила, мы часто закрываем двери, чтобы Ярик ее не открыл. Юля вставила ключ, вот так открыла дверь, вышла и пошла. Она знала, что я еще дома, поэтому я возьму ключи и выйду за ней. А я когда выскакивал,
схватил свои ключи, сюда не посмотрел, потому что очень торопился, и выбежал, закрыл двери. Но когда снаружи захотел их закрыть на ключ, я почувствовал, что я не могу до конца ключ вставить, и он не проворачивается. И тут меня осенило, что внутри остался ключ. Вот так. А сосед вставил такую специальную пластиковую карточку, которая вот эту защелку вот так немного вдавила. И за счет этого дверь открылась. Спасибо Бернту. Ребята, мы только что переназвали наш канал. И теперь он называется Family Life. Спасибо вам большое. Благодаря вам пришло к нам это название. Благодаря вашим идеям. В основном многие, как говорили, Active Family. Да, хотели Active Family. И вот нам это слово Family прицепилось. И... Но Юля не хотела Active, и в итоге мы думали, и там, по-моему, даже пару человек предлагали Family Life, и в итоге... Мы будем показывать свою жизнь, и это... Семейную жизнь. Самое лучшее название, мне кажется. Честно говоря, раньше мы думали остановиться на каком-то русскоязычном названии канала. Ну, не придумалось что-то. Ну, а многие, конечно, говорили «Счастливы вместе». Да, нам тоже понравилось, но действительно нас засмущало то, что так фильм называется. Очень известный фильм. Сериал. Сериал Букина там. Ну, мы... В общем, пока что мы отошли от русскоязычного. Может, со временем когда-то что-то нам придет все-таки в голову. И... Пока что будет на какое-то время так. Нет, может, это очень навсегда. Красивое название. Оно к нам прицепится, и я думаю, вы тоже привыкнете. И это очень... Так что мы уже... Юля плавно трансформируется в семью. Да, мы такие семейные. Спасибо за вашу активность. Без вас бы не было бы нас. Да. Мы такие загорелые, как будто бы с моря, да? Угу. Ну все, ребята, детки наши уже спят. Сережа очень устал, я же в обед поспала. Да, у нас с Юлей мы живем в разных временных зонах. Я что? Вчера вообще в 2 ночи уснула, это капец. Я вечером постоянно уже там в 10-11 хочу ужасно спать. А она еще бодрствует. Из-за того, что я вот это последние дни в обед засыпаю. Но она днем спит, да. А встаем утром вместе. Вот такая вот ситуация. Все, ребята, мы с вами прощаемся. Все, всем пока-пока. Всем пока. До завтра.